обращаемся к сердцу каждого, к нашей общей памяти. Вспомним тех, кто воевал за нашу жизнь, кто не вернулся с полей сражений, кто так и не узнал, что победа была 9 мая 1945 года. Вспомним всех, кто не щадил сил и собственной жизни во имя победы. Победы в Великой Отечественной войне. Прямая трансляция из Александровского сада. Весь день, 9 мая, на телеканале «Победа».